Всем привет! В этом видео будет распаковка посылки с сайта Joy by Joy. Вот в такой коробочке они мне все прислали. В ней белорусская косметика. И поехали смотреть. Распечатываем все. Итак, здесь у нас заказ с ценами. Цены достаточно бюджетные у белорусской косметики. И посмотрим. Здесь еще есть какая-то открыточка. Привет, красотка. Ну и какие-то пожелания. Вот такая открыточка. И здесь пожелания какие-то. Ой, все так хорошо упаковано. Посмотрите. Все очень хорошо упаковано. И поехали, что тут у нас? Бальзам-маска для контуринга глаз. 30 мл с петрушкой, огурцом, зеленым чаем. Витекс компания. Так. Так, маска для лица супер увлажняющая, Маркел. Я давно ее хотела, все очень советуют. С клубникой, я так понимаю, она. Вот так вот выглядит. Стоит она. Давайте будем с ценами, наверное, да? Хотя с ценами получится очень долго. Ну, в общем, в районе 120 рублей вот она стоит. Целая большая упаковка. Будем пробовать тестировать. Дальше. От Markel также я заказала. У меня очень плохо расчесываются волосы. Они у меня сухие. Также я заказала, значит, как называется, спрей легкое расчесывание, питание, гладкость, сияние. Вот так он выглядит с дозатором. Ну-ка, дозатор. Хороший дозатор. Так, вот так он выглядит. Это единственный вот на этом сайте был, ну, спрей, так сказать, для расчесывания. Больше там никаких не было, поэтому я заказала его. Он стоит в районе 250 рублей. Ну, тут очень много, я думаю, хватит надолго. Дальше, так. Коробку уберу. Так, на колени, как будет удобнее. Дальше, скраб полирующий, разглаживающий комплекс. Ровная текстура кожи, уменьшение пор, сияющий цвет лица. Это тоже Битекс, тоже стоит в районе 120 рублей. Вот такой. Будем тестировать, смотреть. Дальше маска пилинг на термальной воде. Битекс тоже. Ну, тоже они как бы все по одной цене. Там 120-150. Вот единственное, вот это вот 250, вот этот от Markel стоил. Дальше. Вот тут все так упаковано, что я думаю... Очень круто. Потом расскажу про доставку еще товара. Маска для лица ультралифтинг. Тоже от Markel. О, она не зафольгирована. Пахнет кофе. Приятно пахнет. Дальше какой-то мешочек. Надо резать. Так, тоже крем-уход за кожей вокруг глаз. Глубоко питает, увлажняет, разглаживает легкие морщинки. Я так понимаю, что это с алоэ. Алоэ тоже Битекс. Алоэ нарисован. Видно? Здесь. Дальше. Дальше это я уже знаю, это шампунь, естественно. Хотела заказать шампунь от Markel, тоже, чтобы у меня линейка была полная, но наличия не было. Поэтому взяла вот такой просто попробовать. Конечно. Упакована прелесть. Ой, смотрите, как упакованы. Даже вот, не знаю, видно. Вот пленочка здесь, чтобы не пролилось. Так, шампунь восстанавливающий с кашемиром для сухих и ломких волос. Здесь 500 мл тоже стоил в районе 120, там, по-моему, рублей. Ну, такая большая батья. Так. Так, дальше. Не справится.
Так, это от кафе красоты увлажняющий тоник для лица. 250 миллилитров. Тут он так не упакован. Ну-ка посмотрим. Тоже нету ничего. Ну, крышечка такая плотная. Вот так вот он выглядит. Так, сначала мы, наверное... И... Тоже случайно увидела. Мне понравилось, что он вот сейчас покажу. Вот. Упаковано, конечно, очень хорошо. Просто потрясающе. Ой, а он пролился. Вот, видите? Вот. Так, это тоже Битекс. Секреты Азии. Очищающая пенка для лица. Мне понравилось, естественно, что он вот с таким вот идет. С такой силиконовая такая щеточка. Вот, мне кажется, будет очень удобно. Ну, вот он пролился, не знаю как. Что-то было запаковано, что-то нет. Так, открываем. Посмотрим. Ага, и закрываем. А, нет. Нажимаем. А, вот. Нажимаем, и отсюда вот выходит вот такая вот пенка. Мне кажется, будет удобно. Ну, посмотрим, будем тестировать. Так, это у нас косми. Так, еще заказала одну маску тканевую с ягодами асаи. Ну, просто так что-то мне захотелось попробовать. Вот заказала одну. Они там тоже недорогие, что в районе 50 рублей, по-моему. Вот попробую, если нормальный будет, можно будет побольше заказать, потому что удобно. Тканевая маска нанесла, сняла и все. Так, ну это, значит, просто косметика получается. И теперь декоративная косметика. Здесь у меня, значит, получается скульптор от Релуиз. Оттенок я даже не помню, какой был на самом деле. Но их там два было, насколько я помню. Вот такой темный, он скульптор именно. Вот. Про. Так, и вот такой вот хайлайтер. Тоже не написано. А, вот тон 02. Это здесь тон 01. Вот такой. Тоже от Ролуи. Дальше. Дальше заказала себе карандаш тоже от Ролуи. Обычный черный подводка, фломастер. Вот так вот он выглядит. Здесь нет никакого там номера. Просто обычный черный фломастер. Дальше. Основа под тени для век. Тоже от Релуи. У меня вообще никогда не было такой основы. И, ну, именно под тени. Основа под макияж, конечно, была. Я вот решила попробовать сказать, что это такое. В принципе, с недорогих продуктов надо и начинать пробовать, посмотреть, как он выглядит. Партия, так. Ну, тоже без номера, просто. Так, дальше. Знаменитая тушь Релуи Голд подкручивающим эффектом. Черная. Вот. Вот так она выглядит. Релуи Голд. И консилер в первом оттенке тоже от Релуи. 01 оттенок. Так он выглядит. Так, еще дальше. Смотрите, как запакован. То есть такой еще пакетик. От Makeup Revolution. Так, это у нас тени для... Надо тоже посмотреть. Тени для бровей. Так, здесь... Ой, здесь в наборе идут щипчики. Так, давайте посмотрим. Вот щипчики и кисточка. Вот.
прикольно, мне кажется, такой бонус. Тоже в районе 200, там, до 300 рублей стоит. Откладываем. Вот так вот выглядит. О, вот здесь даже гель, вот этот белый, это гель для бровей. А все остальные это вот тени. Так. И последнее. Вот так много. Что с ними делать? Ну ладно. Так, это тоже упаковано вот в такой вот, значит, пакет с зипзлоком, или как он там называется. Эта палетка тоже от Makeup Revolution. Вот так она выглядит. Здесь один нюдовый оттенок только, все остальные с блестками. Так, тоже надо открыть, посмотреть, что это. Не открывается. Ой, как открыть? Так, здесь кисточка обычная, такая двухсторонняя. Так, и вот они оттенки. Так, где здесь один нюдовый? А, вот третий получается. Вот такие вот оттенки. Так. О, хорошо, очень пигментировано. Очень хорошо. Будем смотреть. Так, и к этому не относящее, это мы убираем. Зашла в Фикспресс, что-то мне захотелось принять ванну. У меня не было пены для ванны. Видела вот такую. Она стоит 50 рублей. Не покупайте ее. Здесь я повелась на пихту. Думаю, расслаблюсь, полежу в ванной. И 900 миллилитров. Написано. Насыщенный хвойный аромат. Но из пакета пахнет. Я вот вылила пол пакета на ванну. Пол пакета, это получается 450 миллилитров. У меня запаха никакого не было. Вообще никакого запаха. Пихты. И пена буквально 10 минут. Это максимум, что продержалась пена. Все. И она исчезла. Так что вот такие. Теперь по поводу заказа с Joy by Joy. Значит, такая ситуация. Я не знаю, на самом деле, как кто заказывает. Вот, но со мной произошла такая ситуация. Я, конечно, еще раз попробую заказать с этого сайта, но доставка мне определенно не понравилась. Упакован, конечно, все хорошо, все, курьер привез, все, как бы, с этим все нормально. Но я заказывала товар 26 числа, я заказала. Вот. В итоге заказала 26-го. Было написано доставка на 6 число. На следующий день, 27-го, я перезвонила. Уточнить, ну, как бы успеют к 6 числу, к 6 марта, а заказывала 26 февраля. Успеют или нет доставить? Они, на что они мне сказали, что 6 марта это предварительный. То есть, как бы, курьер со мной свяжется или менеджер со мной свяжется. Вот, я такая думаю, ну ладно, вы успеете, говорю, до 8 марта, потому что, ну, как бы, мне хотелось уже 8 марта получить, как бы, ну, эту посылку, да, с новыми продуктами и попробовать их. Вот, на что они сказали, что да, мы успеем. В итоге я позвонила 1 числа, мне сказали, что в вашем заказе не хватает каких-то 2-3 позиций. Я говорю, хорошо, когда они придут? А мне говорят, до 8 марта придут. Вот, я говорю, о, хорошо, позвонила им, по-моему, какого 4-го. Эти позиции, оказывается, не пришли и не придут, не ожидаются в этом месяце. То есть в марте они не ожидаются. У меня их из заказа убрали. Деньги мне, естественно, это тоже мне очень понравилось. Мне вернули сразу же там каких-то 2 продуктов. По-моему, какой-то маски не было. И тоника от «Магия красоты». Не помню, как производитель называется. Это черненький такой «Магия красоты». Не тоника, а пенка для смывания. Вот. И... В общем, они их удалили из заказа, даже меня не предупредили, я просто смотрю, мне деньги пришли такие, и все. Я им звоню еще раз, говорю, ну вы мне успеете до 8-го, уже 7-го звоню и говорю, вы успеете мне до 8-го доставить? Они мне говорят, что, ой, к сожалению, мы сможем доставить только 13-го. Выяснилось, что у меня из заказа еще каких-то 2 позиций нету, и они придут только 7-го числа. То есть вот сегодня я звоню, сегодня они придут.
Ну, в итоге, короче, мне пришел заказ 13 числа, 13 марта, а заказывала я 26 февраля. Вот эта доставка мне, конечно, не понравилась. Это, получается, 2 недели. Я ждала 2 недели там с чем-то, да? Ну, вот это мне, конечно, очень не понравилось, потому что я заказывала первый раз. Я первый раз пробую вот эту белорусскую косметику. Мне, естественно, ну как у нас доставки? Ты заказываешь, тебе через день привозят, да, из любого интернет-магазина. Но я таких доставок двухнедельных не знаю, по крайней мере. А здесь мне пришлось ждать, и как бы, ну, мне это, конечно, не очень устроило, ну, не понравилось. То, что там много нет ничего в наличии, то есть я хотела еще там шампуни от Маркел заказать тоже, но их там просто даже не было. Вот вводишь, там я просто знаю, что они там есть, вот, в этом магазине, но их даже не было, ну, как бы, я даже не смогла их найти, то есть на этом сайте. Так, ну, в общем-то, все. Всем пока, спасибо за просмотры. Вот, будем тестировать, будем смотреть, и дальше буду выкладывать ролики, рассказывать, что как, что понравилось, что нет, вот, и так далее. Все, всем пока, всем спасибо.